Каденин, подрядчик, став себе час. Приведут дорогу в нормативное состояние, а в 2024 году уже проведут ремонт, там картами будут ремонтировать, да? Нет, полностью заменят. Все, значит, то есть сейчас приведут в нормативное состояние, то есть устранят самое главное ямочность, вот, а в 2024 году полностью проведут ремонт дорожного по покрытию. Йозлем будуялем шарки Юра Лишкосіші з Шуетчини, Міністерства відомства АСЕ. Медим Одіянджик Бирадне, ставмучеце.